Сначала люди говорили, что Земля плоская. И Земля была плоской. Потом сказали, что она круглая. И Земля стала круглой. Земля и есть круглая. Чем докажешь? Наука уже доказала. Наука. И много ты в ней понимаешь. Всегда смотри на дорогу, пожалуйста. Если что-то часто повторяют, это становится фактом. Факт записывают в учебник, и учебник становится фактом. И на этом все. Ничего понимать уже не требуется. Никто это больше не обсуждает. Черт, поэтому сраные учебники нужно сжечь. Сказать, что моя бабушка часто повторяла, что все мировые проблемы можно решить всего за одно поколение. Если каждый ребенок забудет то дерьмо, которому его научили, и весь бред, который в него вбивают, пока он сам в него не поверит, люди реально смогут жить в мире, где никто не голодает. И где все равны. Раньше я считал ее сумасшедшей. Бабушку. Да, но сейчас... Возможно, она и права.